Мне нужен кофе. Мужик тебе нужен, Крапивина. Чтобы любил и содержал. Меня работу содержит. Она же тебя и любит, периодически. Понимаешь, время, я тороплюсь. Так, на, позавтракаешь в поезде. Слушай, не желаешь провести вечер с интересным молодым человеком? Увидишь его, дай знать. Главным редактором может стать человек исключительно семейный. Кстати, я забыла сказать. У меня как раз через неделю свадьба. Есть ведь у меня ребята как раз на вопросах замужества специализирующиеся. Откуда это? А, ну да мы вчера чудили с тобой. У меня татуировка в вине мать его пуха во всю спину набита, ты ржешь! Наш лучший специалист. Кончай кабельница и давай мириться. Кабельница, мне так бабушка говорит. Называй меня бабушкой. Симпатичный парень, обеспеченный, но очень своеобразная профессия. Рост 1,65 м, ширина плеч. А никого повеселее нет? Бизнесмен Абдулаев! Фанат, владелец футбольного клуба «Дербент». В футболе разбираешься? Я знаю Роналду, Месси, Овечкина. Ясно. Как дела? Жениха нашла. Я иду смотреть футбол с дагестанцами. Где мы ходим? Кажется, я на свидание. Как на свидание? Я же... Кажется, все может получиться. Вы что, вместе? Ты что, боже упаси? Я уж лучше с малышом. Евгения, мы так не можем уйти. Надо вернуть прах усопшего. Иди ты. Ты очень-очень классная, только умная. Возьми меня, как всегда. Я не могу. Ты уверена в этом? Я уверена. А ты уверен? Пока, Стас. Женя! В расчете? Чай. В него добавляют предстательную железу бабуина. Не в ту чакру попала.